Веселый колокольный звон привлекал внимание случайных прохожих и жителей близлежащих домов, а также встречал всех гостей, которые пришли на праздник Пасхи православного волонтерского центра «Радость моя». По доброй традиции пасхальных дней любой желающий мог попробовать себя в роли звонаря и позвонить в колокола. Традиционные пасхальные гуляния волонтеры центра «Радость моя» проводят с 2011 года. Его организуют для подопечных семей центра, которые воспитывают детей с инвалидностью и особенностями здоровья. Мы эти семьи знаем уже много лет, уже 10 лет. Какие-то новые к нам по дороге присоединялись с маленькими детьми. Есть и ребята уже старшие. А участвуют во всей этой организации, в подготовке праздника волонтеры центра «Радость моя». То есть это и сбор средств был, это были и репетиции домашних поздравлений, и домашние поздравления, которые уже прошли на этой неделе. В помещении центра волонтеры проводили для ребят и их родителей мастер-классы по изготовлению свечей, подсвечников и пасхальных открыток. А на свежем воздухе устроили настоящие народные гуляния с хороводами, традиционными играми и чаепитием. С концертной программой перед гостями выступили учащиеся детской школы искусств, а также военный оркестр. Некоторым ребятам даже посчастливилось побыть в роли дирижера. Мы пришли всей семьей, мои дети, мои внуки все здесь. Мы уже не первый раз, в прошлом году тоже сюда приходили. Очень понравилось, и никогда мы не пропустим праздников, которые здесь будут устраивать. В гуманитарном складе «Радость моя». Каждый год на пасхальные празднования мы посещаем это мероприятие. Нам очень нравится здесь. И волонтеры, и оркестр, детям очень нравится общаться. Мы вообще общаемся, дружим с волонтерским центром очень давно. Все замечательно. Дети очень рады, счастливы. Спасибо огромное всем. В подготовке и организации мероприятия участвовала целая команда друзей и партнеров волонтерского центра «Радость моя», православное творческое объединение «Мир», учащиеся православной гимназии и, конечно, добровольцы. Именно эти неравнодушные люди, которых порой даже и незаметно, вносят неоценимый и большой вклад в благотворительное движение центра. Я делаю то, что я могу, то, что мне по силам, то, что мне нравится, то, что мне откликается. Сегодня я здесь. До этого я стояла в торговом центре Куба и собирала деньги на этот праздник. То есть все, что я могу в организации и так далее помогать, я это делаю, потому что мне потребность души. На колокольном звоне немножко помогла, столы помогла собирать, надпись, ну, флажки вешать. Ну, работы у волонтеров много хватает всегда. Праздник нужен для пообщаться с детям, потому что дети особенно с особенностями. Ну, есть те, кто практически не выходит из дома. И просто помочь, ну, им пообщаться, вместе побыть. Пасхальный детский праздник завершили вручением подарков и общей фотографии. Также в планах у православного волонтерского центра «Радость моя» провести благотворительную акцию «Белый цветок», посвященную памяти царской семьи. Мероприятие хотят приурочить к ночи в музее. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».